И в продолжении темы. С каждым годом в нашем городе возрастает количество автомобилей. Увеличивается нагрузка на дороги, которые приходят в негодность. Конечно, временный выход видится в ремонте выбоин. Но кардинальное решение проблемы – свежее асфальтирование дорог. Все, как всегда, упирается в финансирование. Необходимые для асфальтирования ведущих городских дорог средства нашлись благодаря участию города в краевой ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения». На эти цели выделено на условиях софинансирования 22 миллиона 800 тысяч рублей. Основной объем работ выполнен на улице Школьной. На Проточной от набережной до Ярмарочной работы идут полным ходом. Работы ведутся, практически первый этап по улице Школьной на 90% выполнен. И вот начали уже работы, действительно, где-то процентов 20 уже выполнение есть налицо по улице Проточной. Ноябрь в нынешнем году выдался довольно теплый. Дожди идут нечасто, так что работать можно с полной отдачей. Конечно, сполна используется каждый благоприятный день. Исполнители работ отличные, проверенные временем. Славянское ДРСУ. ДРСУ у нас в городе – это самый лучший подрядчик. Качество, ну, налицо. Идет проверка, работает у нас технадзор по приему. И я думаю, все будет хорошо. Качество работ находится под постоянным контролем. Все делается по ГОСТу. Новое покрытие должно быть закончено к концу ноября. И это будет неплохой подарок славянцам приближающемуся Новому году. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».